Так. Они. Они це іль сен с Да. с точка. Так, они идут. Львом. Так, давай ты запиши этот глагол «олей», потому что я тут, видимо... Так, куда-то ты исчез, я тебя не вижу. Идти, ехать. Можно так, это двойное. Ну, залем а-ля мер. Мы едем на море. Так, «олей», «идти», «ехать». «Живе». VAIS, да? Тюва. С на конце ва. Или лелюм ва. Без ничего. Дальше. Мы идем. Ну. Мы идем ну зале ну зано Ну, залем. Музалей. да вузале. Илель вон. Четыре буквы. ВОНТ. Так, и давай запишем слова мужского рода. Ну, такие наиболее употребительные. Для начала, для 5 класса нормально. Лёпак, мужской род. Пак. Парк, да. На конце С. Абресе. Лёпарк. Лёстад. Стадион, да? Да. Так. Лёстаж де теннис. Лёстаж. Это вот я взяла из итальянского учебника. Лёстаж, почему-то это они считают, что это теннисная площадка. Так у итальянцев. Ну ладно, бог с ними. Будем и мы так учиться, да? Лёстаж де теннис. Так, лё театр. Еще Т-Х. раз. Алло, театр. Т-Х. Театр. Акцент игю. Театр. Т-Х. Акцент игю. Театр. Ле коллеж. Две буквы Л. Акцент грав. Слева направо. Le collège. Есть. Le jardin. Jardin. И Н на конце. Кофе Город, видел такой? Le да, jardin. Сад. сад. Garden. Да. Garden. Похоже. Первая буква какая? Ж. Ну, как Ну, она Б. пишет? Не. Жи буква. Именно Как же. йод. Как йод. Ага. Жардан. А если буква Г, то тогда гарден получается. Да. На английский манер, да. Ладно, следующее слово. Ле гимназ. Гимназия. Первая буква Г, вторая Y. Гимназ. Ле лаборатуар.
Записал. Уа, твар. Ои, да? Да. Дальше. И ле мюзе. Мюзе и акцент эгю, предпоследняя буква, да? Да. Так. И ле зо. Три буквочки. Зоопарк. З, да-да-да, З, З, О, О, три буквы. Так, ну, Ликой, тебе не надо писать. Угу. Слова женского рода. Ля кантин, в школе, да, столовая? Ля кантин. Ля патинуар. Каток. Я иду на каток. Je sais bien patiner. Я умею хорошо кататься на коньках. Je sais bien patiner. Так, патинуар, ой, да? Да. И на конце, так, la maison. Qu'est-ce que c'est la maison? Не знаю. Али. Дом. Ага. Живе ля мезон. Ля мезон. Так. Ля монтань. На горе. Да, да. Ля монтань. ГН. На конце. Монтань. Гора. Так. Ля пост. Почта. Угу. Угу. Так, бассейн будет. Ля писин. P-I-S-C-I-N-S. Вернее. P-I-S-C-I-N-E. Ля писин. Бассейн. А плавать ножи. Ну ладно, это потом, когда спорт будет. Хорошо. Ну, море, ля мер. Три буквы. М-Э-Р. Все. Ля мер. Море. Угу. Все. Так, и, конечно, вот как ты скажешь, мы едем на море. Так, мы это... Ну? Nous allons à la mer. Так, они идут на каток. Так. Ils vont, да, ils vont à la patinoire. Так, ты идешь в бассейн. Так, ты идешь в бассейн. Значит, ты идешь туда. Ту ва а ля писин. Так, хорошо. Дальше. А, мы идем домой. Не, вы идете домой. Вы идете еще. Мы не употребляли. Так, вы это в. Так. Vous allez à la maison. 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 Maison, да. Но они обычно говорят, я иду домой, они говорят, я иду к себе. Je vais chez moi. Je vais chez moi. Да, je vais chez moi, я иду к себе. Домой. Подразумевается. Nous allons chez nous.
Мы идем к нам домой, да? Вот. Ну ладно, еще. Ну, по-моему, все. Так, страница 72. 72, сейчас открою. 72. А мы с тобой еще не учили эти числивники до 100, не? По-французскому. До 100? Да, не учили. Не вчили. Ну ладно, еще впереди. Хорошо. Так, нашел, не? Там дерево намалеване. Да. Нашел? То. Бон. Apprends le nouveau lexique. Учи новую лексику. Итак, да. Рассматриваем, если тебя хорошо видно. Видно. Давай, читай и рассказывай. C'est ma famille. C'est ma famille, oui. C'est значит, это кому? Если один человек, а если много, то, конечно, понятно, что это saison. Множественное число. Так, давай сначала мы разберем, кто тут есть. Так, ma grand-mère paternelle. Как переведешь? Так. Grand-mère. Бабушка. Бабушка. Да. А патернель? Ну, по папиной линии. Правильно, все, да. И вот это цифра 1. Дальше. Д. Mon grand-père paternelle. Дальше. Ma grand-mère ma grand-mère maternelle. Bon. Mon grand-père maternelle. Да. Так, ma tante Elizabeth. Да. Ma tante. Ma кто tante. Такая? Тетя. Да, дальше. Так, мой онкл. Жюле. Жюль. Так, ну это понятно. Да. Дальше. Так, мамер. Мама моя. Мон пер. Так. Так, матанте. Клэр. Клэр. Так, мой онкл Грегоир. Грегуар. Грегуар. Да. Ма кузин Лея. Это у нас кто? Двоюродная сестра, я так понял. Ну да. Так. Мон фрер. Луис. Лоик. Лоик. К. Лоик. Лоик. Так. Мон кузин. Кузан. Кузан. Фредди. Фредди, да. Фредди, так. Ма кузин. Аннет. Ну тут что-то, видно, перепутали. Мальчика написали 13-е поставили. Ну, короче, ладно. И 15-е Сэмуа. Сэмуа, Полин. Полин, да. Секомбьен. Секомбьен. Угу, читай. Десепт. Дьюит? Не. Дизуит. Дизуит, конечно. Не? Да неправильно же. 19, как надо сказать? Дизнев. Дизнев. Ну это вообще капец.
Ой, что только не напечатали. Хорошо, дальше. Вин. Дизнев и вен. Вен. Вен 20. Так, упражнение. На 73-й страничке. Pour présenter sa famille, on utilise. Так, он вот это. Так. Pour présenter. Так. Так, pour présenter sa famille, on utilise. Для... Pour. Для того, чтобы рассказать про семью, используют. Прекрасно. И, пожалуйста. Так, j'étais, je vous présente ma famille. Ой, famille. Угу. Ce sont mes parents. Угу. C'est ma mère. Ну и называй имя и отчество. Ce sont mes parents. Ma mère. Оксана. Да. Э, ma père. Не, ma... не ma père, ты что? Mon мой. Père. Э, mon père. Mon père. Олег. Олег. Так, это моя сестра. Так, c'est mon père? Не, сестра. Не, сестра. Забыл я, говорю, сестра. А тут, кстати, и нету. А, ma soeur. Ma soeur. C'est ma soeur. Настя. Так, Настя. Так, хорошо. Следующее. Пудир. Так. Pudir, on est content de faire connaissance. Connaissance, on utilise. Да. Pudir, чтобы сказать. Чтобы сказать. Qu'on est content. Так, чтобы сказать, что мы, ну нет, просто, да, что, да, да. Что мы можно счастливы. Сказать. Да. De faire connaissance. Познакомиться. Познакомиться, используем. Использует, да. Какие выражения использует? Три выражения. Enchanté. Да, enchanté. Да, рад. Enchanté de vous voir. Рад вас видеть. Enchanté de te parler. Рада с тобой поговорить. Enchanté. Далее. Au cinéma. Рада и так далее. Дальше. Enchanté. Запиши. Запиши выражение. Faire connaissance. Знакомиться. Faire connaissance. Connaître. Ты знаешь, je connais les symboles de Paris. Je connais, а это connaissance, уже существительное от этого глагола. Faire connaissance, познакомиться. Enchanté. Рад, доволен. Рад, доволен человек. Угу. Дальше. Je suis heureux, je suis heureuse. De faire votre connaissance. Je... Алло? Да.
Je Ну что, suis слушай. heureux. Heureux, heureux. Heureux. Heureuse. Donc, heureux. Да. Для тоже я счастлив. Да. Я счастлив, я счастлива de faire votre connaissance, то есть познакомиться с вами. Да? Ага. Тут место, местоимение votre ставится перед существительным. Я познакомиться с вами. А с тобой je faire ta connaissance. С вами и с тобой, да? Да. Следующее предложение. Je suis content de faire ta connaissance. Так. Тоже понятно, да? Тут уже я рад познакомиться с тобой. Так, будешь писать французу или француженке письмо и будешь употреблять эти выражения. Все. Упражнение 8. Не, ну эти, значит, выражения надо запомнить. Желательно. Enchanté de vous voir. Рад вас видеть. Сейчас ты не запишу. Je suis heureux, je suis heureuse. Так, все написал, да? Постарайся выучить. Так, упражнение 9. Observe l'arbre généalogique de Pauline et répond aux questions. Question. Question. Так. Но мы уже рассмотрели, пожалуйста, la première phrase, la première question, la première phrase, première, да, первая, первая, да. Comment s'appelle le frère de Pauline? Elle répond à cette question. Da. Da. Le frère de Pauline. S'appelle Loïc. Lui. Loïc. Да, Loïc. Так, второе. Deuxième question. Так, combien de cousins? Cousin, cousin. Cousin à Pauline. Так. Так. Кузан. Ле кузан де Полин сипел Леа. Не, це ля кузин. А, ля кузин. Кузан це Фредди. Да. У Полины один двоюродный брат. Правильно сказать предложение. Так, у Полины один двоюродный брат. Да. Полина, а он кузин? Он кузен, все.
Pauline a un cousin. Il s'appelle Freddy. Plus loin, la troisième question. Combien de cousines a-t-elle? A-t-elle? Вот тебе это вот это отель тут инверсия меняется местами местоимение с глаголом. В каком у вас в английском есть такое инверсия? Может, есть, не знаю. Не знаю, собственно. А в немецком-то точно есть, но теперь уже меньше ее это самое используют. Как это? Ist das ein Buch? Меняется ist das. Das ist ein Buch. Ist das ein Buch? Вспомнил, да? Я такие версии не скажу. Ну, есть инверсия такая. А тут, что АЛ так не произнесешь, и поэтому вставляют букву Т. Отель. Combien de cousines a-t-elle? Elle a deux cousines. Elle a Léa. Combien de cousines? 11 и 14. Так. 11 и 14. Так, 11 Лея и Аннет. Угу. То есть у нее два. Так, две кузины. Значит, выходит, надо сказать, ее двоюродных сестер зовут. Не, не надо говорить, просто сколько у нее. Тут же нет, как ее зовут. А, можно сказать в конце уже. У нее две кузины такие, такие-то. Ну, была. Так. Эля де кузин. Эля де кузин, ля и Аннет. Так. Ля катрием кистьон. Катрием. Четвертое. Угу. Кистьон. Вопрос. Так. Комбьон де гран паран ополин. Аполлин. Угу. Аполлин. Ну, четыре. Да, четыре. Угу. Так, это выходит. Л.А. Уан. Д. Grand-parents. Две пары, да, то есть. Ну, наверное. Ну, две пары, а вот четыре. Ну, да. А, ну, вообще, вопрос. Вопрос Les grands-parents, это двое, да, точно, правильно. De grands-parents. Пять. La cinquième question. Так. Кому сопнем? Comment s'appellent les oncles de Pauline? Jules et Grégoire. Ils vivent à les appeler. Ну опять. Les appels. S'appelle, s'appelle. Ouais. Les oncles de Pauline s'appellent. Les oncles de Pauline s'appellent Grégoire. Et Jules. Et Jules. Là. Et la sixième question. Так. Comment s'appelle ta tante?
Да. Как зовут теть? Ин таунт. Не одна тетя. Одна. Девятая. Так. Девятая. Так, девятый. Угу. Да не две. А кто Элизабет еще? и Клара. Девятый Ну, и а что тут пятый. правда? Да. Пятая и девятая. А что тут сатан-то одна тетя? Тогда уж надо было сказать сатан. Значит, что один и тот самый человек. Писал, да? Ага. Ну ладно. Ладно, оставим мы их. Упражнение десятое. Так, десятый. Десин тон арбри. Генеалогик. Да. Презент та фамиль. Фамиль. Фамилия. Да. На Дизин. досуге. На досуге нарисовать. Да. И дедушек, и бабушек, и тети, и дяди. И презента фамилии. Это будет твое дезе. Том девуар. Зараз запишу студии. Так. Право 10, сторінка 73. 73. Угу. Да. И рассказать. Не рассказал. Угу. Рассказал. Non plus rien. Lis le message. Так, окей. Bonjour, Pauline. Je voudrais te présenter ma famille. Есть новые слова? Voudrais. Это то же самое их мёхте. А, то есть я хочу. Хотела бы. Не хотелось бы, да. Да, хотела бы. Как это сказать по-украински сослагательное наклонение? У вас тоже есть? Я хотел бы. Как бы ты это, как называется такая форма глагола? Просто дееслово, не знаю. Но, да, но это тоже форма глагола. Я хочу и я хотел бы. Это разные же формы. Відмінки разні, да. Ну так не знаю. Ну ладно, хорошо. Так, запиши. Je voudrais. Рядом. Ich möchte. Я хотел бы. И поэтому, и будешь, когда писать текст, презент, презенте та фамилии, ты это выражение «je voudrais» обязательно используй. Хорошо. Мое пожелание. Так, хорошо, дальше поехали. Так. Nous sommes quatre. Ma mère, mon père, ma soeur, Оксана et moi. Так, дальше. J'ai aussi deux grands-mères et deux grands-pères. J'ai une Tante Luda et deux oncles, Deux oncles. des oncles Bo Boris et Ivan. J'ai aussi un cousin, Gleb, et deux cousines, Zafia et Anya. On s'amuse beaucoup. S'amuse. S'amuse beaucoup. Pividi. On s'amuse beaucoup. Да. Ты по с наилучшими пожеланиями.
Не-не-не-не. Не-не-не-не-не. Нам очень весело. Фини. Да, прекрасно перевел. Да, нам очень весело. Дальше. J'adore ma famille. Угу. Revoir. J'adore ma famille. Так, это надо вспомнить. Adore. Я люблю мою Обожаю. семью. Обожаю. Да, я обожаю мою семью. Угу. Орва, Ира. Так, ну по такому вот это самое, это тебе будет подсказка. При желании ты можешь использовать. Хорошо. Так, дальше что у нас идет? 74-я страница. Там надо слушать, у нас нечего, то мы поэтому переходим сразу же. А там съем. Attention. Литера F. Та буква сполучення PH. Читається як Так, екзерсис 2. L'élément. Une fenêtre. Окно. Так, une téléphone. Téléphone. Логично. Угу. Une famille. Семья. Так. Un dauphin. Дофан. Дофин. Дельфин. Дельфин, да. А второе дофин называется. Это кто такой? Наследник. Наследник престола. Испанские дофины были такие, наследники престола. Ну ладно, двойное значение, дельфин и наследник престола. Дальше. Инфоре. Это что у нас? Броденлес. Да. Так, инфе. Ну точно, что уж фея. Ну, не факт. Фея, феечка, да, фея. Фея. Окей. Угу. Так. Он элефант. Слон. Да. Ну, а следующее слово я уж еле прочитала. Он ненуфа. Ненюфар, да. Это, оказывается, знаешь, что такое? Кувшинка, лилия водяная. Но это слово, я думаю, не совсем часто употребляется во французском языке. Но Может быть. запомнишь, будет прекрасно. Так, он фэр. Это Брат. и Франце? франце. Ну ладно, упражнение Жеммаме, третье. Так, Лили поэм. Да. А автор, подожди, автор Морис Карем. У него очень много стихов для детей. Автор там. Так, ну читай все. J'aime ma soeur. J'aime ma soeur pousser Zieux. yeux clairs. Да, я люблю мою сестру за ее светлые глаза. J'aime mon frère pour sa candeur. Кандер, это я слово не знаю. Надо смотреть в этом переводчике. Посмотри. Кандер.
Так, Вандер. Искренность. А, ну я такое не слышал даже. Ну ладно, дальше. Так, j'aime mon père pour sa douceur. 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 Да. La douceur, нежность. Раз. Два. La douceur, нежность. Дус, нежный. Прилагательное ду, ду, икс. А дуэсэ, дус, нежная, женский род. Дудус. Так. Тут вот опять. Je ne dois sûrement pas, je ne sais sûrement pas dire pourquoi j'aime ma mère. Вместо слова «дуа» должно быть слово «се». И я не знаю наверняка, за что я люблю мою маму? Так, ну давай читаем дальше. Je me demande, mémé. Même parfois, je me demande même parfois si je ne l'aime, parce que moi, n'est-elle pas la vraie lumière qui nous éclaire? Так. Je me demande, я иногда спрашиваю себя, даже, почему люблю ли я ее, потому что не она ли свет, ля вре люмьер, настоящий свет, который нас освещает, кого именно? Ma soeur, mon frère, mon père, moi. То есть мама – это свет в окне. Согласен? Согласен. Вполне согласен, да. Ну ладно, что у нас еще времечко есть, да? Да. Так, упражнение пятое, смотри на странице 75. Écoute et lis les mots. Écris-les dans le tableau. Табло. Послушай и прочитай слова. Но писать желательно, знаешь, вот это, запиши их в таблицу. Какая таблица? Просто переписать, чтобы ты знал, какая буква пишется, или PH, или F просто. И как пишутся слова, это было бы неплохо, если бы ты их написал, если у тебя есть время. Читай. Так, Филипп. Так, фенетр. Кафе. Телефон. Фуме. Фами. Дым. Фюме дым. Дальше. Фами. Фо. Фе. Фе. Огонь. Да. Так, дофин. Нет. И Н, это носовой звук Н. Дофан. Дофа. Фусе. Фюзе. Фюзе. Ракета. Ракета. Да, космическая. Ле фюзе космик. Форе. Лес анфан. Что? Анфан. Это кто? Enfant. Ребенок. Да. La Фе. fée. Ла фе. Фе. Фея. Элефон. L'éléphant. Слон. Слон. Ненуфар. Это что у нас? Запомнил ли? Искренность.
Не, Не. не. Это Кувшинка, во. лилия, цветок этот самый, Кувшинка. кувшинка. Да, кувшинка. Так. Фрер. Брат. Суффикс. Так, не. Девять. Раз. Раза. Фер. Фера. Фараон. Он самый. Тутанхамон. Суфлет. Не, Суфле. 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 Да. Это вздох или но есть такое блюдо ну, в Знаю. поварском деле. Знаешь суфле, да? Да. Ну хорошо, прекрасно. А какое оно? Объясни. Знаю, не пробовал и не бачил вообще. Это, ну, бывает мясное суфле или рыбное суфле. Что там состав? Но оно такое воздушное что-то, суфле. И точно, что не жареное. Не сильно зажаренное такое, да? Дальше. Там географик. Географии. География. География. И И шифры. Я не знаю. шифр. А, шифр. Шифр. Ну, шифр или цифра? Ле шифр. Цифра. Так, ладно. Это мы уже что-то сильно быстро пошли, но это хорошо. Так. Упражнение шестое на 76-й странице. У нас еще есть время, 6 минут вообще-то. Так, окей, так. Observe la carte. Як його це прочитати? Дідантіте. Д'ідантіте. Ля кар дідантіте, это значит, наверное, типа паспорта, фотография, дальше там написано фамилия, имя, дата рождения, F буква, женский пол, феминам, францез, профессор, профессия, да? Да. Ну все, и адрес. Сен-Крю-де-Марешаль де Латр-де Тазини, Дасини. Ну, там еще этот индекс и город. Все, вот, пожалуйста, рассказывай про нее, тут подсказка есть, начало. Je m'appelle Claire Клэр. Dubois. Claire Dubois. Dubois est mort. Non. Да. Фамилия Ленон. Dubois. Надо записать. Записывай. Le... Ленон. Фамилия, le prénom, имя. Да. Ну, если знаешь, не надо. Так, Клэр и мон преном. Прено. Жабите. Ну. Почему же Ой, бит это? жабит, Жабит. жабит. Так, жабит санг ру, рю, ду маре. Maréchal de la terre de Tassini Tassini Тасини, прекрасно, Тасини. Tassini Petit et mon Ну, дом 5, улица Маршала Тасини. Это мой что? Адрес. Ну да. На Это мой адрес на адрес. французском стояк. L'adresse.
L'adresse, c'est mon l'adresse. C'est mon adresse. Elle, apostrophe, cet article, je n'ai pas besoin. C'est mon adresse. Da. L'adresse, tac. Je suis né Le. le. Je suis née le 10 décembre 19, non, 19, Декабрь 10-го. да. Вот расскажи все. Так, то есть я родилась 10 декабря. Ле. 10 декабря. Де самбо. Санк. 10. Санк. Не, людис. Людис. Людис десамбр. Так, Людис Десамбр. Так, а теперь 1980. Значит, как это произносят? 19 сотен и 80. Так, 19 сотен. Ну да. 19. Так, 19. Сон. 19 сон. Сон это СЕНТ. Сотня. Сон. 19 сон. Дизнев сам. И 4 по 20 это 80. Катрвен. Дизнев сам катерлайн. Все. Так. Кон этюне. 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 Кон этюне. Что такое этюне? Не. Je suis né. Четвертое упражнение. Предложение. Кон этюне. Кон тюэне. Я сказала с инверсией. Этюне. Тюэне. Все равно не понял. Все равно не понял. Так, тюэ, что такое? Тюэне. Ты родился. Да. Кон тюэне. И Когда? ответ. Когда ты родился? Ну да. Дата должна быть. То есть, кто Джеко не? Не. Нет, je suis né. Je suis né. Так. Так. Le. Leo. That should not be fair. Не помнишь? Так. 6 и 10 вроде. Не. Не. Le 16. Да, все. Leo says. Нет, le 16 juillet. Жюйе. Жюе. Так. А вот 2000, они говорят, вроде не 20 сотен, а 2000. Дамин. Да. 2000. И дальше что там? Сет. Сез. Сет. Не. Что Сез. сет? Не, я перепутала. Сет. Сет. 2007, да? Да. Хорошо, так. И последнее предложение. Джесси. Ну, тут, наверное, надо сказать профессию.
Je suis professeur. Да. Женский род, но все равно профессор. Не меняется. Так, все, урок закончен? О, да. Все. Значит, jusqu'à bon courage. Bon courage. Au revoir, bon courage. Угу. Пока. Пока.